Поручение по ликвидации последствий пожаров Дмитрий Медведев дал лично Владимиру Путину в телефонном разговоре с главой правительства, который сейчас находится в Нижегородской области. Медведев распорядился об оказании материальной помощи погорельцам и эту песню приветствуем стоя! Час за часом, день за днем, ты в телевизоре еблом, выполняя чей-то план, не сидишь как наркоман, побольше смотри телевизор, подольше, побольше, побольше смотри телевизор, побольше смотри телевизор, для контроля за исполнением принятых, побольше смотри телевизор, давай, так. Час за часом, день за днем, ты становишься рабом, тупо впялился в экран, ты ебаный защекан, побольше смотри телевизор, давай смотри, побольше, смотри, побольше смотри телевизор, побольше смотри телевизор, побольше смотри телевизор. Касается идеи включить. Я ебал от таких, как ты, врод! Оборона, да это ты сам создаю. Телевизор придумали идеи. Тогда Господь не мог его придумать. Господь придумал шоколадки и иконы. Выключай эту песню и смотри телевизор! Паскуда! Уёбок! Тупо, потому что ты тупой! Что обратить внимание, там, конечно, будет большая взорвать историю, история после того, что произошло. Вот. Давайте уедем отсюда. Сдохните все перед телевизором! Закрепнитесь слюной! Грязь! Что? Никогда! Вот что передача! Я ничего там не понимаю! Подумать об увеличении авиапарка, который приспособлен для этого.